Ангелина, 8 лет. Сергей Михалков, басня. Зайчье горе. Жил среди других зайцев один заяц. Многие зайчихи на него заглядывались, быстрее его никто в поле не бегал. Вот кажется, жить бы ему да радоваться. Но не тут-то было. Заяц мучительно завидовал черепахе. Вот как она живет, вот живет, думал заяц. Собственные нормы не носит. Втянул голову и ноги, и уже дома. Еще какая нора, крепкая, как камень, и с красивым узорчиком. Эх, повезло же глупой черепахе. И всюду вокруг заяц уточил черепаху. Всюду ее ругал, рассказывал про нее небылицы, смеялся над ней. От зависти даже расхворался. «Что с тобой?» – спросил заяц и белочка. «С чего чахнешь?» «За проклятой черепахи, просто видеть ее не могу. За чего она меня раздражает? Собственно, дорность мне досит, с узорчиком». А черепаха больше, чем кому-либо, завидовала зайцу, который умел так быстро бегать.